прекрасная погода, а рыба не ловится. Тишина, видите, какой плес, какой, ну, красота. Пять всяких наживок, ну ничего, даже хотя бы бычочка поймать. Так что, извините, я поехал домой. Рыба отдыхает? Да, рыба отдыхает, и мы поедем отдыхать. А перед зданием нас этот корабль, который снимался в 20, 20, пираты 20 века, смотрели да, вы его? Да, конечно, я знаю. В каком да. кинотеатре? Ой, космос еще был там. Это совершенно... Вы были на первом сеансе в кинотеатре «Космос»? Как на первом? Ну, когда открывали кинотеатр. Не, я тогда здесь не жил. Я могу тогда сказать вам, это был Чингачгук, Большой Змей, 19 августа, где-то в 68-69 году. Не, я через 10 лет приехал. Ну, а пираты 20-го, это кто такой там посмотрели. А «Свадьба в Малиновке»? Да, я сколько раз уже, господи. Я знаю, как же ходил на премьеру, был польский фильм, 79-й год. Там вот это вот под куполом, как они там вот детей размножали, там вот женщины, знаете, там вот... Нет, этого я не видел. Не видели? Я про мотоциклистов видел польский. А, ну я тоже когда-то. А ну разве сейчас вспомнишь, что, где, как? У вас и Мальборо, и автогонки, вы любите все это дело? Да нет, вы знаете, есть мотоцикл, есть машина, есть. А мотоцикл какой? Ява? Нет, а была Ява? Была, а то была еще в 68-м году была. Вы объехали на ней? Ну, я не знаю, сколько, что, как, я не путешествовал, не, я ж не понимаете. А так, как говорится, по молодости до девчат ездил. Со стеклом? Не. Без стекла? Без стекла. Так, пожелайте запорожцам. Запорожцам успехов, как говорится, мира, мирного неба и здоровья, самое главное. Ну, а вам, как говорят, не чешуи там, еще чего-то там? А, ну, как сказать, есть такое слово, ну, второе раз, не чешуи, не... Я не помню. Ну, не будем, пропускаем его. Да. Так, здоровья, удачи и... Наши товарищи, которые ждут рыбу, они ее, можно сказать, притягивают. Вот так. Я думаю, что ему сегодня придется подождать до обеда. Все-таки чуден Днепр при тихой погоде. Вот так. Вот такая, ребята, передо мной красота. Thank you.
Ну что ж, Мишенька, ты побывал на берегу Днепра, увидел красоту, увидел Днепр при тихой погоде. Мы уходим, не будем мешать даме принимать водную процедуру. Вот так. Я бы сам не захотел, когда такая морда, как моя, присутствует. Ладно, идем. Поворачиваю камеру в другую сторону. Ребята, видите, какое голубое небо. Почти как в песне. Какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя, Миша. Вот так погода меняется. Ну, обещали, что будет, как это называется, солнечная погода. Держат обещание. Все, покидаем мы это место великолепное. Не знаю, придется зайти в магазин этот, киевстаровский, чтобы мне они объяснили мои дальнейшие действия с этим микрофоном. Пока я следил за ними, автобус уехал. И мусорная машина вместе с ним. Эти самые джигиты стояли сзади. Миша, на пять минут позже. Раньше. Ну ладно. Сидеть мы здесь не будем и пойдем вперед. Здесь у нас с вами на этой остановке один шанс, а там штуки 4 шанса. Так что 1 против 4. Добрался я практически до дома. Я решил, что сначала дойду домой. Зайду домой. Положу этот штатив, который, так сказать, уже немножко меня оттягивает руки. И пойду в магазин, пускай мне покажут, как пользоваться этими микрофонами. Будем стараться использовать их. Сегодня я уже мог с ними сказать пару предложений. Всем спасибо. Всем наилучшие пожелания.